Всем привет, ребятки! Вы на канале Дудаплей. Мы продолжаем играть в игру Стикмен против плохишей, против тюрьмы, да? И у нас вот такое задание, вот смотри. Летят вот эти вот кулачки, которые нас хотят ударить. Ну, а мы, ребятушки... А, нифига я пролетел, ты видел? Так, нам нужно не попасться. Под кулачок попался я, потому что побежал. Потому что побежал я и поторопился. Ребята, в этой игре торопиться вообще нельзя. Вообще нельзя торопиться. Потому что поторопишься и проиграешь. Так, все, забрали. Опа, ху, хорошо, нормально. Нормально, все нормально. Главное не спешить и пройти уровень будет легко. Легко, да. Так, новый уровень у нас, ребята. Без названия, без цифр. Не знаю. Нам нужно забрать сначала ключик. Ого, тут надо аккуратно, чтобы на шипы не попасть. Так, все, открыли замочек и уходим. Да, такой уровень легкий. Так, следующий, 195-й, туши свет. Туши свет, что-то связано с факелами, наверное. Ну, давайте потушим свет. А-а-а, вон ключик. Блин, нифига, еще и темно так. Ладно, ага, тихо. Надо было какой-то свет, наверное, ставить нам, да? Ну да ладно. Ничего, пробежим, все нормально будет, хорошо. Все, пробежали. А следующий уровень у нас, ребята, какой-то А, вот что, смотри. Надо просто вот эту штуку двигать. Ладно. Ну так как я это помню, все прекрасно. Так, давай. Сюда добегай. Прыгай. На платформу прыгаем. Вот наш ключик, ребятушки. Берем ключик и идем домой. Все, вот наш домик. Сбежали. Так, опасная дорога, ребята. Это действительно какая-то опасная дорога. Так, первая платформа. Ничего как бы опасного нет. Вот вторая, сложная. О, башкой прям стукнулся, ёлки-палки. Ладно. Давайте дальше попробуем. Пробежать. А, стукнулся, нет. Не так-то все легко, как кажется на первый взгляд. Ах, все, я понял. Я понял, где я ошибаюсь. Где я стукаюсь головой. Я понял теперь. Ага, тихо. Это короткая платформа. Нормально все. Все отлично, все хорошо. Все, уходим отсюда. А, 198-й. Тайные возможности. Что это тут такое за тайные возможности? Пока все нормально. Пока все нормально. Не знаю. Ну, видимо, когда ключик возьмем, да? А, ё-моё, тайные возможности. А то что, нам за ключиком бегать теперь? Ёлки-палки, а как нам этот ключик? Как нам этот ключик взять? Так, ничего не двигается здесь. Так, а как же этот ключик теперь взять? Интересно. Может быть, подпрыгнем? А-а-а, немножко не хватает, ребята. Ладно, мы сейчас попробуем прыгнуть с платформы. И башкой стукнулись. Да ё-моё, что за тайные возможности? Я не понимаю. Так, если мы сейчас ключик этот не возьмем, то... Тут действительно... О! Что за фигня? Не понял. А я не знаю, что-то нажал, и он стал двигаться вот так вот. Странно. А, он меня еще и убил, меня. А как эти тайные возможности-то активировать, ребята? Я не понял. Ладно, сейчас попробуем, подожди. Сейчас возьмем этот ключик. И попробуем еще раз свои тайные возможности. Оказывается, у меня такие тайные возможности были, а я не знал. Ага, сейчас. Секунду. Вот этот возьмем. И теперь сейчас надо будет активировать вот свои тайные возможности.
Так, секунду. Так, а как эти тайные возможности я тогда активировал, ребята? А, вот, когда на него нажимаешь, тогда у него проявляются эти тайные способности. А когда нажимаешь на него еще раз, тайные способности прекращаются. Давай, ползи туда. Наверх, за ключиком. Он прям по стене ползет, смотри. Ага, давай вниз. Не, давай обычным становись, обычным. Не-не-не-не-не-не. Обычным, обычным, будь пока обычным. Так, не успел я, алло. Да ё-моё. Лифт такой еще нехороший. Так, забираем ключик. Все, замочек открылся, и мы идем отсюда, с этого уровня, 198-го, тайного такого, секретного. Секретные возможности свои мы открыли. А скрытые цифры? Ну, цифр я пока никаких не вижу. Давай сейчас что-нибудь подвигаем. Скрытые цифры. Здесь пароль, да? Ё-моё, вот это я с паролем вообще не умею работать. Скрытые цифры вот эти вот. Не умею я с этими паролями работать, ребятушки. Ну давай нажмем, как уровень называется, 199. 199. Вот смотри, переключатель. Ага, вот у нас цифра. А почему я переключателя не видел раньше? 935. Все оказалось сложнее. 935. Все. Идем домой. Ух ты, бьет как дождь. Нифига себе, подожди, алло. Да зачем вы так все усложнили, ребятушки? Разработчики, вы что творите-то, алло? Да, убил. Я так и думал. Я так и знал. А я не знаю, как тут пройти-то этот уровень-то, а? Смотри. Не знаю я что-то. Дай подумать. Как дождь. Где эта штука? Штуки нету. Я могу убежать просто. Я не помню, когда открылся он. Вообще без понятия. Лотерейный билетик, ребята. Тут, наверное, надо что-то нажимать. Лотерейный билетик. Ну, что-то ничего не работает. Нет, я на все нажимаю. Даже на дядечку самого. Лотерейный билетик. Давайте прыгать. Нифига. Может, просто можно выйти, нет? Нифига. Какой еще лотерейный билетик? Вы о чем? Алло. Так, все, я тут стараюсь на все нажимать. Ничего не нажимается. Реально ничего не нажимается. Ага. Нету тут никакого спрятого, скрытого лотерейного билетика. Я не знаю, в чем прикол. Нет, он также умирает спокойно. Так, а ну-ка здесь. Лотерейный билетик. А в чем тут загвоздка-то, ребята? Лотерейный билетик. Я уже все тут нажимаю. Смотри. Надо стирать. Вон, стирать надо, понятно. Да, сложно было. Беги, беги, беги. Ох ты, ё-моё. Беги, 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 беги. Быстренько убегаем с этого уровня. Все, мы успели. Следующий уровень, 203-й. Ты их уже собирал. Что я там собирал, непонятно. Опять этот вонючий замок. Который... Ой, еще и умер. Ты их уже собирал. Билетики, что ли? Ну, давай потрём. Нету ничего. Ты их уже собирал. Что там было? 3. 9. Нет, 9, 3, 5 было. 9, 3, 5. Нифига. Нифига не 9, 3, 5. Я их уже собирал. Ну, лотерейные билетики я собирал, правильно? Ну. Собирал я, ребятушки, лотерейные билетики. Ты их уже собирал. Ключи, что ли, собирал? Да, тут ничего нету, ребята. Абсолютно. Угу. Ну, давайте сюда... Давайте, знаешь, как поступим? Вот здесь походим. Нету здесь ничего. Может быть, под вот этим знаком? Тоже ничего нету. Непонятно, как этот уровень открывается. Я потом посмотрю.
и вам потом новый ролик сниму. Ну, на этом будем заканчивать серию. Всем большое, ребятушки, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.